Хей, hey, йога, с вами Шмик, мы продолжаем проводить игру под названием «Что это гольф?». И мы с вами уже в третьей секции. Так, тут заросли. Большие заросли. И, в принципе, я туда попасть не могу, чтобы достать то, что мне, в принципе, нужно. Так, тут секретная зона есть. Ого. Ха. Может быть, на заставку пойдет. Так, а это у нас что такое? Кирочка. А, вверх, сундук. Хо. Вот ты меня видишь. Не, с этим тоже можете забыть. У меня довольно... Симсалам гольф. Довольно легко запоминается это все. Ой, мне кажется, обманули, да? Ах ты, гамнюха. Вот оно как, видите, делает. Не понял, в смысле. Бац. Ну здесь. А, ну. А чё, мне... Раз нет, ладно. Оно пошевелилось или мне показалось? Сбей флаг. Поражение. В смысле? Типа мне нужно хороший, да, сбить? Это вот этот. Чё, издеваетесь? В чем прикол? В чем прикол? Сбей флаг. Честно, не понял. А ссылку я тоже не пойму. Типа сундук, лестница вверх. Не шарю, сори. Здесь у нас, короче, все сразу, да. Погнали на дорогу. Площадке. Го-го-го по площадке. За количество. Ясно. А, ну он сам уже едет. В принципе. Как ты промахнулась?
маршрутизация смысл. Что за дерьмо? Порядочно. Порядочек. Происходит у нас порядочек. Ладненько. Так, машина. Кошак. Гоу сбить. Но... Никогда не... Я не могу тронуться до кошака. Никогда не забивайте кошаков на машине. Никогда, блин. Никто у нее стоит, машина, летающая в воздухе. Так, сколько у нас здесь таких испытаний будет? Уже фиг его знает. Не, на самом деле, если бы я не лоханулся в начале. Скорость. Спиды. Так, и королевская. Велосипед. Я на велосипеде. Нихера я трюкач, велосипедист. Ладно, полетели. Гонки. Резкие повороты. Я не понимаю маршрут только вот этот. Боевой круг. Скорее всего, это с кем-то буду сражаться, да? Ехать по ровной вот этой траектории. Все. Ровная дорога, изи. На короныч. Победевцу. Сейчас все будет. Меня овца обманула, она меня столкнула.
Обманы. Обманы, овца. Сука. Победим, овечка. Блин, а как мне тогда так сделать красивенько? Бум! Гольф лучший овец, но это мы уже проходили. Стояночка. Сказал я себе, когда я увидел эти трюки. Куда он полетел, блядь? Мне кажется, ровно полетел, нет? Или мне показалось? Прямо в машину. Я этого боялся, на самом деле. Куда он улетел, нахер? Ладно, повезло, что зацепился буртиком. Корона. Бей флаг. А так, короче, посрать, просто по островам будем гонять, да и все. Испытание пройдено. Замечу, что я машиной не зацепил, а зацепил этим конусом. Чувствуется, мне сейчас здесь будет испытай удачу, называется. За количество нажатий. Хотя не должно быть. Хотя нет, есть. Если здесь есть такое, как сокращение пути, значит, оно здесь будет. Лови машину. Сука. Как же я был прав. Поехали по ровной. А так он не вылетает с этого. Короче, в чем суть? Раз. Два. Блин, мне нужно сюда, короче, заехать.
ехать по ровному. Ну, смотрите, в принципе, если правильно все рассчитать. Да. Я рассчитывал все. Повторяем. Или по ровной. Да, повернул я. Поехали. А тут что? Фейлит? В смысле, мне что, я не так уж ровно поехал. Нормально. Это довольно очень геморно и сложно правильно рассчитать угол. Здесь, допустим, нужно по-любому два тратить. Как вы видите, я могу и не два тратить, а один. Здесь в чем проблема заключается? Я тоже трачу два. То есть здесь я трачу один. Здесь я трачу. Блин, здесь я, походу, тоже потратил. Хотя нет. Ай-яй-яй-яй. Здесь можно было уменьшить расход еще на одну. Хорошо, за сколько Ладно. Мне нужно минимально. Раз. Два. Три. Я просто два, три здесь только трачу. Тут, наверное, два еще придется потратить. То есть мне там на бугорку там нужно как-то вот здесь вот минимально потратиться. Может здесь как-то по углу проехаться. Даже вот не знаю. Thank you.
чтобы он в деревьях там не застрял. Тень, что сказать. Отлично, что сюда нужно поехать. После отсюда сразу туда. И как тут нужно проскользнуть. Я не знаю, что такое придумать, чтобы не мучиться. А, так. Сейчас мы здесь придумаем замудренные вещи. А, ну, пока мне точно. Блин, короче, здесь по-любому нужно ехать по той точке, которой я еду. И поехали. Камень по-любому врежусь. 4. Да, найс. Победи овцу. Ну, это снова в плане. А заметьте, что ну. Овца куда улетела? В сторону сферу, да? Походу, да. Так. Блять, это я что-то начал. Знаете, игры типа машинки вот это с поворотами. Hot lap. Что? Hot lap. Если бы я сейчас не промахнулся, я бы выиграл. Толкайте, толкайте меня. Или я еще должен на первый прийти? Порядочность. А них? Порядочность. Хотя
Это не Хонг Конг, ладно. Победи овцу. Еще дают шанс. Кликаем, кликаем, кликаем. Просто нужно много, пиздец, сколько жать. Она все равно бы не выиграла, она меня только потолкнула бы. Блять, а я ведь реально еще только дорогу прохожу. Она из... Хотя я че туплю. Поехали. Ай. А по ровной я не смогу, да, поехать, по идее. Да. Ты ж яма. Здесь заставляют ехать по ровной. Ровная дорога. И сейчас же еще автобус. Ой, сейчас рэп будет. Пэр, пэр. Хватило бы мне. Я поздно нашел лампу. Чип, 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 чип. Лайно. Здесь тоже нужно научиться срезать так, чтобы... Давайте я просто сначала проеду, посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Окей, проверил. Проверил и выиграл. А блин, овца надоела. Она меня подставила. Скажи, что это было? Хотел сказать, это мне не подставило, типа, ха-ха, я постою в середине, а ты взрывайся к чертям. Видите, она как хаотично двигается. Просто заставляет меня врезаться. Тупая овца. И почему так часто бета, где какие-то новинки? Ну хотя, что можно придумать с машинами, да, можно сказать. В принципе,
принципе, согласен. Гольф лучше овец. Какой раз мы это подтверждаем? Так, у меня еще, да, остается два. Ох ты. Монстр Гольф. Вау. Это знаете, как эти есть, которые прыгают через препятствия. Медленно, наверное. Тапца там вообще, я вижу, затупила. Побеждает. Победа в гонке. Ничего сложного, просто по ровной нажать три раза, да и все. Ну, поехали, велосипедист. А знаете, это чувство, когда велосипедист, настоящий паркурист. Волшебный велосипед. Бам. Хоп. Бани хоп. Хоп хоп. Бани хоп. За количество. Серьезно? В принципе, здесь дается нужное количество прыжков. Поэтому, да, тут проблем нету с этим. Победи овцу. Мне кажется, хотя нет, если бы я чисто прыжками бы бежал, скорее всего бы проиграл. Поражение. Чара. Так у меня велик не сразу стартует еще. Нужно
посмотреть, как он быстрее двигается в полете или... Баганый велосипед. Ай-яй-яй. Нет овца. Я чисто победил. ПФСА замедляет меня. Тупая овечка. Овечка. Вот что он сразу не поехал? Ладно. Бешеный велосипед. Сука, рано. Nice. Какая-то здесь с машинами очень длинная херня. Жопа какая длинная. Это я получаю только первую из двух, а третья секретная. Логично, да? Три получается. О, нихера там. Не, давайте, короче, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. А нас мы тут натворили дел.